Агентство теленовостей представляет. В открытом доступе. У нас нет тайн от своего народа. Передодень 1974 года. У космосе «Союз-13». На космичную вахту заступил экипаж в складе командира Петра Климука и бортинженера Валентина Лебедева. Петр Климук — наш земляк, звездки Комаровка, что на Брещине. Кавказ, я Урал. Как слышите меня? Урал, я Кавказ. Слышу отлично. Вас поняли. Самочувствие хорошее. Настроение бодрое. Но медполет нормальный. Кажется, как будто бы едем на хороших таких лошадях. Я хочу вам сказать искреннее спасибо. Спасибо за то, что вы поставили меня на ноги. Спасибо за то, что вы дали мне образование. Спасибо вам, друзья, за то, что вы мне оказали большую честь выполнять космические полеты. У знаменальный для республики год одразу два ее сыны побывали в космосе. Зорки небыто стали до нас ближей. 140 суток працевал на орбите космичный экипаж у Владимира Коваленко. Такого еще не было. Я оба полета брал. Землю Хатыни. Это не предмет символической деятельности. Это просто моя душевная, сердечная благодарность тем, кто не смог увидеть сегодняшних полетов. Но мне бы хотелось, чтобы эта земля, олицетворяющая все те трудные годы, огромные жертвы, бывала в космосе. Когда подлетаешь к своей территории, такое какое-то наслаждение испытываешь. И чувство такое же, как подъезжаешь к дому, сердце у тебя выходит из груди, и здесь подлетаешь как раз в зону связи, тоже аналогично. На орбите сразу два его посланца, Петр Климук и Владимир Коваленок. Что это? Символическое событие? Нет, просто космические будни. Город Минска, Минск, город-герой. Отлично, видно. О, видно, да? Видно очень хорошо. Высоко пролегли небесные дороги космонавтов, але початок у всех дорог — народной земли.